Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет обзор вскрытия цилиндра фирмы Декаба. Пятипинка, английский профиль. Значит, тестим цилиндры, которые нам достались после аварийки с Европы. И открывать мы его будем с помощью... Давайте возьмем вот такой вот натяжок. Или нет? Давайте попробуем нижний натяг. Возьмем верхний натяг. Верх все равно не задействован. И давайте выберем клюшку. Для начала менее загнутую. Проходим. Так, немножко камеру в сторону. Мы переставим натяжок. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Давайте его разберем, снимем стопорное колечко и посмотрим, какие здесь установлены пины. Ну, я думаю, что как бы сложного, по идее, здесь ничего быть не должно. Обычные вроде бы пины, ну а там давайте посмотрим. Зажат наш инструмент.
Так, теперь. Достаем плах цилиндра. Видим 5 пинов. Давайте по очереди вытрусим их. Оп. Обычный бочонок. Тоже бочонок. Бочонок. И тоже бочонок. В общем, мы видим. Пружинки достаем, они нам пригодятся. Так, обращаем внимание на пины. Пины без проточек. Ничего особенного. Давайте сейчас посмотрим кейпины. Так, плах. Вот такой вот плах. Проточек никаких не видно. Лысые лузы. И давайте теперь мы посмотрим на сами пины. Точнее, давайте вначале посмотрим на корпус. Проточек также нет, лысая. Видимость есть каких-то, но это выработка. Такой вот корпус замка. Значит, мы его откидываем и переходим. Давайте изучим поближе немножко пины. Пины лысые, с одной стороны заточенные. Ну и нижний ряд пинов также обычные. Ничем этот цилиндр не примечателен и не защищен от интеллектуального вскрытия. В общем, на этом я заканчиваю это видео. Если оно было полезно, оценим. Вопросы все в комментариях. По возможности постараюсь ответить. Всего хорошего.